В центральном районе Красноярска скоро появится новый сквер, который получил название «Тихий». Место для отдыха горожан сейчас обустраивают между домами по улице Урицкого и Дубровинского. Как идут работы, сегодня проверил глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Уже обустроены дорожки, старые лестницы заменили на монолитные и смонтировали детский игровой комплекс с прорезиненным покрытием. А художники рисуют на трансформаторной будке картину в стиле стрит-арт. Работы проводят за счет гранта губернатора края по инициативе красноярцев. Раньше на этом месте располагались два десятка незаконных гаражей, а прилегающая территория была захламлена. Сегодня местные жители вместе с главой Красноярска высадили 20 рябин и яблонь. Завершат благоустройство сквера в начале ноября. А в следующем году планируют обустроить порядка 20 подобных зеленых уголков. Вот этот сквер показывает, что можно сделать общими усилиями. Год назад жители обсуждали, каким должен быть этот сквер. Затем подавали заявку на грант. Активное участие проявили жители, когда ликвидировали захламление, которое здесь существовало. Если мы все так будем относиться к нашему городу, тогда город будет уютным, комфортным, современным, удобным для жизни.